Динамо, Москва, Динамо, Динамо. Ребят, в общем, я бы не сказал, что я фанат, но вообще я болельщик Динамо московского, но именно хоккейного. Написано, объединенный хоккейный клуб. Динамо, Москва. Во. В общем, я с 2005 года, вот сейчас 2012, с 2005 года. Во. Но, блин, это вот, я купил вот эту, у нас был сезон 2010-2011, когда я покупал абонемент, мне такой вот подарок дали. Во. Еще мне дали там кружку. Во. Во. Динамо. Во. Такая она. Еще мне дали там еще что-то, там пакет был. Еще там что-то сейчас, если я тут найду. Нет, ну пакет-то я не это самое. Пакет я тут у себя не держу. Ну, в общем, короче, вот. Я с 2005 года. Я вообще раньше всегда по билетам ходил. И вот с того момента, вот 2010-2011, я покупал абонемент. Вот. Ну, блин, к сожалению, так получается то, что играем так, что играем как-то не особо, да, хорошо. Не так, как хотелось бы. Вот, чемпионства пока не было с 2005 года. В 2005 году, почему я стал болеть? Вообще, я хоккеем, когда увлекался, я за ЦСКА ходил болеть. Но потом я как-то на Динамо переключился. Вот в 2005 году как раз они чемпионами стали. И я с этого момента стал болеть. Я стал ходить на все матчи, покупать билеты. На все матчи ходил, покупал билеты. Вон. Но, блин, к сожалению, все эти годы как-то играем не очень. И чемпионства пока нету. К сожалению, хотелось бы чемпионства, но... Ну, не получается, ну, блин, чё ж делать-то? Ну, вот, конечно, так грустно вот так вот, что, блин. Ну, мы каждый год надеемся, конечно, верим, каждый год болеем, блин, постоянно. Вот, но с этого сезона я перестал ездить на матч, я стал только следить по телевизору. Вот, то есть почему? Значит, самый главный вопрос, это вопрос цены. Вот. Во-первых, абонементы, они еще подорожали, чем были в прошлом году. Они, во-первых, стали еще дороже. Во-вторых, там ввели, ну, я не знаю, как на самом деле. На самом деле, это я не был еще в этом сезоне. Я так вот по телевизору смотрел, по интернету там. Вот, я сам не был, но говорят то, что ввели системы безопасности. Тебя там ощупывают, тебя всего там конкретно. Ни бутылочек с питьем, там ничего нельзя с собой. Я раньше брал с собой бутылочку с питьем, бутерброды там перекусить. Вот, но сейчас типа вообще нельзя ничего абсолютно. Обыскивают тебя там досконально, шмонают. И некоторые говорят, блин, такие условия сделали. Да никто не пойдет, такие условия, блин. Дурацкие. Никто не пойдет, будет лучше дома смотреть по телевизору. Вот, я не стал есть, и абонементы дороже стали, и все такое, и еще там разные причины. Вот. Так что вот, ну блин, я не знаю, кто тоже за Динамо хоккейное, вот в Москве, московская хоккейная, кто тоже ходит, может быть, там не так все стрёмно на самом деле, как вот говорят. Вот, ну не знаю. Ну сейчас-то уже конец сезона, сейчас нет смысла абонементы брать, правильно? Вот. Ну, и абонементы дорогие, да, и они стали еще дороже. И там такая была жопа, то, что мы играли на двух стадионах. Мы играли на малой спортивной арене, где мы все время играем. И еще построили мегаспорт Ходынка. Я себе специально абонемент брал на центр. На самый центр взял абонемент, где видно лучше всего. На малой спортивной арене мне дали место на центре, который я и покупал. А на этой Ходынке меня чуть ли не за ворота посадили. Представляете, сидеть за воротами, там, блин, почти ничего не видно. Посадили меня за воротами, и поменять это было нельзя. Я думаю, ну, блин, дерьмо, такая цена большая. Специально брал на центр, а там посадили в какой-то жопе, блин. Вот я почему еще не стал брать абонемент. Ну, что, блин, я обращался к этому в билетном отделе. Ну, мы ничего сделать не можем, мол. Так вот получилось, извините. Ну да, извините, я вынужден был весь сезон там, правда, немного матчей было за весь сезон, надо сказать честно, немного. Но все равно неприятно, блин, если я беру абонемент на все матчи, соответственно, если я брал на центр, все матчи должны быть на центре. А ну меня там дали за ворот, чуть ли не за воротами, ну там вот, например, вот, ну давайте тут покажем, мне сейчас YouTube открыт. Вот, например, вот у нас площадка, да, вот центр. Вот, например, здесь ворота, а меня посадили, вот, например, вот этот центр, здесь вот у нас ворота. Меня посадили не за ворот, меня вот чуть-чуть вот правее сюда, вот чуть-чуть сюда, но тоже почти вот так вот. Вот. И, блин, поменять, вот это, блин, самый главный был облом.
И я еще так подумал, если я, блин, на этот год тоже абонемент бы купил, меня бы тоже посадили в какую-то жопу, но в этом году вроде не играем на этой ходынке, да, в этом году вроде только на малой спортивной арене играем. Ну, в общем, короче, вот так. Ну, блин, я вам просто захотел рассказать, блин, сейчас холодно у меня. Вот, ну, в общем, вот так. А футболь, я в футболе за «Динамо» не болею. Я в футболе, я болею за нашу сборную, когда она играет, я смотрю, ну, а там же она играет непонятно как. Вот, но все равно смотрю. Вот, а вообще футбол я не люблю на самом деле. Не знаю, не нравится. Мне некоторые говорят, о, ты «Динамо», ты футбол, блин. Я говорю, да не футбол, я хоккей, блин. Именно хоккей. Вот. Ну все, в принципе, ребят, все, всем хорошего, всего доброго, там все такое.